Джейсон Воркис, приди за моей душой! Не умирай, тебя прошу очень сильно! Нет, живи, Вероника! Ты! Это все из-за тебя! На ваших глазах сейчас я снимаю маску из Джейсона! Че творим, бро? Меня зовут Саркион, и здесь сегодня со мной Вероника! Привет! И Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня у нас реально жесткое видео, потому что сегодня призываем Джейсона Воркиса из фильма «Пятница 13-е». Только вдумайтесь в это, банда, сегодняшнего дня мы ждали очень долго! Все потому, что сегодня «Пятница 13-е». Да, Суприм Банда, глядя на это, на часах реально «Пятница 13-го». Остали мы этого дня, потому что только сегодня мы можем призвать Джейсона Воркиса. Уже ни в какое другое время он не придет, только «Пятницу 13-го». И Суприм Банда, если вдруг нам повезет и мы реально призовем в этот мир Джейсона Воркиса, то я постараюсь из него снять его маску, его легендарную маску. И, возможно, мы сегодня впервые увидим Джейсона Воркиса без маски. Мы увидим его настоящее лицо в реальной жизни. А тем временем, банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда знаете что? Я сниму маску из Вероники, ты же не против? Ну, в принципе, нет. Бандиты, быстрее опускайтесь, видите свои лайки. И за 10 тысяч лайков я сниму маску Вероники. А еще, бандиты, подписывайтесь на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь кто не с нами, тот под нами. Так что, бандиты, давай подписывайся на мой канал, а также опускайся ниже, пиши комментарии. А тем временем, банда, мы призываем Джейсона Воркиса. Погнали! И, Суприм Банда, вам не послышалось, я реально сегодня попробую снять маску из Джейсона Воркиса. Только вдумайтесь в это, банда. Но нужно еще держать в голове, что он очень кровожадный маньяк. У него очень кровожадные убийства, поэтому нужно быть очень аккуратным. А то, если кого-то из нас поймают, у нас могут быть огромные проблемы. И еще, на всякий случай, я взял пару отверток. Вероника, выбирай одну из отверток. Хочу эту. Это для безопасности, чтобы если вдруг на тебя нападет Джейсон Воркис, ты смогла хотя бы ему ногу проколоть, после чего убежать. Окей, Суприм Банда, тем временем на часах уже 3 часа ночи, и самое время призывать Джейсона Воркиса. Мы уже можем это сделать, только вот призыв там реально стрёмный, банда, там сколько нужно крови, моей крови, это жесть, банда, сейчас вы все увидите. Окей, банда, для призыва у нас тут реально полная жесть, нам нужно кровью, моей кровью нарисовать пентаграмму, огромную пентаграмму, только вдумайте, сколько крови сюда уйдет, а после чего в середине пентаграммы нарисовать число 13, после чего произнести заклинание, и тогда, по идее, должен прийти Джейсон Воркис, и вот, Суприм Банда, уже иголка, пришло время рисовать пентаграмму, вы бы знали, как я не хочу этого делать, но все ради вас, банда, надеюсь, вы уже поставили лайк и написали комментарий. Окей, надеюсь, вы готовы, банда. Что ж, я прокалываю палец, это жесть. Окей, банда, посмотрите реально в свой палец, это просто жесть, господи. Ого! О, черт, окей, скорее рисуем пентаграмму, банда. О, черт, посмотрите, это реально моя кровь, вы это видите? Давай же, о, черт. Господи, гляньте, сколько здесь моей кровищи, это просто жесть. Это самый кровожадный призыв, который я только делал, сколько крови еще не было в моих видео, банда. Черт, банда, это просто жесть, вы это видите? Я реально рисовал пентаграмму своей кровью, гляньте. Это ужасно, сколько же крови сюда ушло. Окей, для конечного призыва нам теперь нужно сесть нарисовать цифру 13 тоже моей кровью. Это же, вот, окей, ради вас, только ради вас я это делаю. Черт, это ужасно, просто посмотрите на это. Надеюсь, после этого Джейсон Воркис уже придет. Фу, Суприм Банда, посмотрите, я реально перемотал свой палец пентом. А еще мы немного дорисовали пентаграмму моей кровью. Здесь мой призыв 100% сработает, потому что у меня реально все еще болит рука. Часто Вероника умеет перематывать пальцы пентом. Окей, Суприм Банда, тем не менее, давайте уже наконец-то произнесем это заклинание и уже наконец-то призовем сюда Джейсона Воркиса. И, возможно, мы сегодня реально снимем с него маску. Мне уже терпится поскорее увидеть, как же выглядит настоящее лицо Джейсона Воркиса. Окей, Суприм Банда, здесь вы готовы. Джейсон Воркис, приди за моей душой, я стану твоей жертвой на века долой. Джейсон Воркис, приди за моей душой, я стану твоей жертвой на века долой. Джейсон Воркис, приди за моей душой, я стану твоей жертвой на века долой. Черт, окей, вроде бы пока что ничего не происходит. Эй, Джейсон Воркис. О, господи, банда, здесь мы сделали правильный призыв. О, господи, Сереж, у тебя кровь. О, черт, господи, что происходит? Я даже не почувствовал. Это же, Суприм Банда, получается, мы сделали правильный призыв. Вы это видели? У меня реально с носа пошла кровь. О, господи, теперь получается, Джейсон Воркис придет ко мне в дом. Окей, Вероника, идем в другую комнату, потому что здесь мы реально не в безопасности. Он может нас напасть куда угодно. Быстрее, только тихо. О, черт, Суприм Банда, вы быстро, сурки, я в шоке. Реально, мы призвали Джейсона Воркиса. Надеюсь, эта тверка сможет меня спасти. Черт, похоже, Джейсон Воркис уже пришел. Вероника, скорее прячься куда-то, беги в ванную, куда-то туда прячься. О, черт, это просто жесть, банда, только тихо. Вероника, максимально тихо. Просто жесть, а что если он реально пришел сейчас в этой комнате? Господи, банда, знали вы, как я волнуюсь. О, черт, это просто жесть. Эй, здесь кто-нибудь есть? О, черт, это мне, банда, это Джейсон Воркис. Нет, пожалуйста, успокойся. О, черт. Оставь меня, пожалуйста, Джейсон Воркис, это уже не смешно! Я тебя прошу, нет! Черт! Нет, только не это! Оставь меня! Господи, Бог, это просто жесть! Вы это видите? Там реальный Джейсон Воркис! Оставь меня, Джейсон Воркис! А, нет, пожалуйста!
Господи, да просто жесть, Эйсон Вурхис, нет! А, черт! О, Господи, Вероника, ты его вырубила! Это просто давай, жесть! Быстрее. О, Господи, Вероника, это просто жесть! Спасибо, что пришла! Черт, посмотри, какой он стрёмный! Может, сейчас снимем ему маску? Знаю! Это жесть, супербанда! А, Вероника, скорее убегаем! О, черт! О, Господи, Вероника, ты это видела? Это просто жесть, супербанда! Там он реальный Джейсон Вурхис! Черт, банда, это такая жесть! Вы это видели? Он реально меня чуть ли не убил! Он просто махал своим топором, я мог бы запросто умереть сейчас! О, черт, это такая жесть! Вероника, ты видела это? Да, я слышала только! Да, хорошо, что ты пришла, чтобы его вырубить, потому что он мог меня убить! Черт, Вероника, ты это слышишь? Да молчи ты, может быть, подумаешь, что она здесь нет и просто уйдет! Извини! Черт, супербанда, он реально там, он все еще стучит! Черт, Вероника, он, кажется, ушел! Он реально ушел! Да, я слышу! Это просто жесть, супербанда, он наконец-то ушел! Черт, это такая жесть, тут реально был настоящий Джейсон Вурхис! Ты просто не видела, как он хаотически махал своим топором! Это жесть, супербанда! Он мог бы меня запросто убить! Окей, супербанда, тем не менее, мы все еще не стали из его маски, я все еще не видел его лицо! Я думаю, тебе тоже интересно видеть, как же выглядит Джейсон Вурхис! Да, мне интересно! Именно поэтому, супербанда, мы должны снять маску и увидеть настоящее лицо Джейсона! Интересно же, какое оно! Я очень испугалась за тебя! О, спасибо, я сам за себя испугался! Спасибо, что пришла мне на помощь! Если бы не ты, он меня просто бы убил своим топором! Пожалуйста! Окей, супербанда, тем не менее, мы все еще не увидели лицо Джейсона Вурхиса! А я очень хочу это сделать! Думаю, нужно выйти из этой комнаты и пойти посмотреть, где он там, ты согласна? Да, пошли! Пока что мы все еще его не слышали, мне кажется, он уже куда-то ушел! Окей, супербанда, это такая жесть, господи! Окей, Вероника, только тихо, прячься за мной, окей? Хорошо. Черт, его здесь нету, выходи, Вероника. Это просто жесть, но где он? Окей, давай ты посмотришь в той комнате, я пойду в ту комнату. Да, хорошо. Окей, банда, наверное, разделяться не самая лучшая моя идея. Но тем не менее, нужно посмотреть, где он здесь. Эй, Джейсон? Окей, вроде бы никого не видно. Черт, окей, супербанда. О, Господи, Вероника, нет, убегай, черт! Вероника, нет, держись! О, Вероника, используй отвертку, отвертку возьми! О, черт, Вероника, быстрее убегай, это просто жесть! Господи, вы это видели? Это просто жесть, супербанда, вы это видели? Вероника, скорее убегай, бежи туда, скорее! О, черт, это жесть! Прячемся скорее, Вероника! О, Господи, банда, посмотрите! Это же реально честно! Господи, Вероника, он ушел, это просто жесть, ты это видела? Я видела. Черт, что он здесь вообще делал, он тебя чуть ли не заметил. Да, я очень испугалась. Это жесть, супербанда, вы это видели, Джейсон Вурхис реально хочет нас убить. Он реально манчак, банда, это просто жесть. Господи, хоть бы он сюда не пришел. Вероника, есть идея, как снять с него маску? Нет, я не знаю. Черт, я тоже не знаю, что делать. О, Господи, да еще его не слышно. А что, если он уже вышел на улицу, Вероника? Что, если он пошел убивать других людей? Что, если уже 4 утра? Не думаешь, Иран, для 4 утра, мне кажется, он уже вышел, его уже не слышно в доме. Черт, Вероника, нужно пойти проверить. Да, пошли. Погоди, у меня есть идея. Окей, знаешь что, давай ты возьмешь биту, спрячься где-то за углом, а я тем временем стану вот здесь, посредине коридора, и попробую призвать его как-то. Он выбежит, ты его сразу же вырубишь. Да, давай. И мы сразу же снимем маски и убежим с той маской, заодно посмотрим, какое же лицо у Джейсона. Это хорошая идея, идем скорее. Да, пошли скорее. Окей, супербанда, это реально хорошая идея. Хорошо, что у меня вовремя появился хоть какой-то план. Давай, давай, быстрее бери биту, вставай сюда. О, Господи, теперь стой здесь, я буду звать Джейсона, он, скорее всего, выйдет из каких-то этих комнат. Ты сразу же его вырубишь, как только он пройдет мимо тебя, сразу же вырубай. Хорошо. О, Господи, банда, это реально опасно, я волнуюсь очень сильно, что если у нас что-то не получится. Сейчас у нас только один шанс, либо мы его, либо он нас. Хотя, скорее всего, либо его Вероника вырубит, либо он просто пропадет. Мы уже тоже не должны пострадать. Окей, Вероника, ты готова? Черт! Эй, Джейсон Вурхис! Я здесь, иди сюда! Я тебя не боюсь! Господи, где же он делся, супербанда? Эй, Джейсон Вурхис, я здесь! Я тут, иди сюда! О, черт, банда, где он? Почему все еще не выходит? Неужели он ушел на улицу? Тогда мы сделали огромную опасность для окружающих людей! Черт! Господи, Джейсон Вурхис, я здесь, иди сюда! Давай, нападай на меня, я тебя не боюсь! Вероника, бей! О, Господи, что происходит? Нет! Вероника, нет! Джейсон, нет, отпусти ее! Отча, Вероника! Эй, Вероника, что с тобой? Нет, Вероника, пожалуйста, очнись! Эй, Вероника! Эй, очнись! Эй, Вероника! Вероника, очнись! Господи, куда он вообще делся? Эй, Вероника! Вероника! Нет, только не это!
Нет, Вероника, где он? Черт! Нет, 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 нет! У него нету пульса! О, господи! Нет, 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 очнись, Вероника! Эй, живи, Вероника! О, черт, не умирай, тебя прошу, очень сильно! Нет, живи, Вероника! Черт, нет, пожалуйста! Черт, сабриманда! Джейсон Вургис убил Веронику! Нет, пожалуйста, Вероника, живи! Эй, ну уже, пожалуйста, я прошу, ну! Черт, нет! Где он? Ты! Это все из-за тебя! Если бы не ты, Вероника бы жила! Это во всем ты виноват! Черт! Я тебя просто уничтожу! Тебе конец, ты меня слышишь? Давай, ну же, бей! На! Как тебе такое? О, черт! Я вырубил Джейсона Вургиса! Это просто жесть, ну, прибода, мне все еще это не верится! Окей, давайте снимем маску и уже увидим настоящее лицо Джейсона Вургиса! Вы готовы, банда? На ваших глазах сейчас я снимаю маску из Джейсона! О, господи, посмотрите на это, банда! Вы это видите? Что с его лицом вообще? Это просто жесть, Суприбанда, это так ужасно выглядит! О, господи, нет! О, черт, нужно просто отсюда выходить, это жесть, банда! Он реально монстр! Окей, Суприбанда, это просто жесть! Сейчас уже утро, Вероника в больнице! Врачи говорят, что у него очень тяжелое состояние! Я не хочу об этом говорить, я явно не хотел этого! Я просто хотел снять маску Джейсона Вургиса! После чего, как только стукло 4 утра, он просто пропал! И теперь я не знаю, что делать, Вероника просто в больнице без сознания. И кто знает, Лена вообще выживет, банда, все это из-за меня. Мне очень жаль Веронику, я очень хочу ей помочь, но не знаю как. Джейсон Вургис просто сломал ей шею. И кто знает, Лена вообще еще останется жить. Я не знаю, что делать, банда, это реально ужасно. Окей, супербанда, я не хочу ни лайков, ни комментариев, ничего. Просто хочу, чтобы Вероника было все хорошо. На этом все, пока.